Итак, всем добро пожаловать в наше прохождение этой игры Dying Light, и это вроде восьмая часть, да, ребята? Всем добро пожаловать, и с вами снова Эдисон. И, ребята, сейчас... О, это можно болтать. А, нет, это можно сложить. У нас, если честно, очень мало вещей каких-то отремонтировать или что-то такое. Уклонение. Скачок. Перепрыгайте врагов для использования. Нажмите пробел, когда бежите по врагу. Ни хрена себе. Удар в прыжке. Сбивайте врагов с ног ударом в прыжке и с разбега. Нажмите пробел во время бега для прыжка, затем в воздухе нажмите Э. Охренеть. Это нужно будет... Так, ну сейчас, ребята, в принципе, у нас уже ночь будет. А я ночью никуда не хочу вылазить. Но у нас нету, если честно, других. Ух. Да, все-таки лучше слазить обычным путем. О, мы сюда можем прыгнуть. Во, класс. Так, ладно. Перед тем, как куда-то побежать, мы можем себе аптечку сделать. Алкоголь, марля. У нас вообще ни хрена нету. Если нас сейчас кто-то встретит ночью, то нам такая жопа. Поэтому нужно будет или где-то переночевать, или, например, ну, я не знаю. Ой, опять случайно. Вот. Так, нужно проэкспериментировать. Охренеть! Это нужно запомнить. Это нужно, ребят, запомнить, как я это делал. Ну, это реально прикол. Я надеюсь, нам сюда, а не через мост. Ну, в принципе, вот это рыбацкая деревня, поэтому сюда. Фу, хоть не убились. Так, ладно. Там еще куча зомби, я вижу. Соберите вторую дань в рыбацком поселке. Нам алкоголь нужно, Марью. Всех? Вы что, сдурели нахрен? Взрыватели нахрен. Вы что, охренели? Так смотрите, на каком я расстоянии. Как вы меня задели? Ух, я даже не знаю, ребят, куда нам идти, что нам делать. В принципе, я знаю, что нам делать. Нам это нужно... Там еще бумеры вот эти. Опа, вот как это нужно все делать. Так, ща, ладно, давайте еще раз попробуем вот это. Вот это вообще класс. Я только сейчас вот это, да, научился, Эдисон, сейчас только вот этим буду пользоваться. На тебе, зараза. Ух, а вот это что за бешеная хрень? Тебе еще на раз. Че это за бешеный мудак, а? Это что за хрень? Так я его убиваю с миллион ударов, а он меня убивает с трех или четверых. У нас даже аптечки нет, у нас ни хрена, твою мать, нету. Мы тут, да вы чё, с ума нахрен сошли? Это не слишком как-то далеко вы нас опять заспавнили? О. Так, ладно, двери мы закрыли. На тебе, еще раз на. Так, ладно. По башке нужно, по башке нужно. Но они какие-то очень жесткие нахрен. Нахрен, нахрен. И тебе нахрен. И тебе нахрен. Не, ну ребят, игра реально очень какая-то сложная, что ли. То есть не так уж и легко, знаете, их убивать. Может, вам кажется, что легко, но если честно, то не очень. Смотрите, вот такая хрень нападает, и чё ты сделаешь? Да у
умрите вы уже. У нас как... А, да у нас, в принципе, пушка, да, такая тупорылая. То есть уже сломанная пушка. А я думаю, что за хрень, а? Фу, так, ладно. Да уйди ты! Ребят, тут аптечки очень нужны. Ну, ну настолько, что это без аптечек тут вообще ни хрена нереально сделать. А с них сигареты падают. Так, сейчас. Ага. Это нужно собирать че всех, да? Anyone here? Rice sent me. I'm here for a pickup. Ага, значит, ну, в принципе, он не главный, да? Фух, ребята. Это нужно реально что-то себе какую-то аптечку найти, что ли? Yes. Who goes there? I'm here on Rice's behalf. I'm supposed to pick something up. Oh my god, that's one of Rice's men. What do I do? Just tell him to go away. Короче, он, ну понятно, что он не главный. Yeah. Hey, Rice sent me here to pick up something for him. You won't find it here. Not here. Not in this house. Not anywhere around it. Hey, anybody in there? Ага, вот он. Not so loud. You brought the monsters. Look, I got rid of them, but you better reinforce that gate before more show up. You got rid of them? All of them? Rice sent me. You Gersel? Oh, you were for Rice. I should have known this was too good to be true. You've taken enough. You can't have any more Firkin, tell him. Ayla, please. Just let me talk to the man. You can't just push us around like this. Firkin gonna kick your ass. Do it, Firkin. Kick his ass. For God's sake. Заткнись там, бабулька. Trouble. But we already paid this month. You're gonna bleed us dry. That is entirely not my problem. Rice wants his payment, so you make the payment. Things get bad for you and your woman. You can't threaten us. Kick his ass, Firkin. Give me a break, Ayla. All right, fine. Here, this is all of it. Ugh, a real man would have kicked his ass. I'll leave you to it. Sounds like you have bigger problems than money. Дайте пройти, нет? Okay, Kareem, I got Gersel's money. I fucking hate myself now, but I got the money. О, тут можно будет поспать. Ждать до вечера. Ну что, идиоты нахрен. Наоборот, нужно, когда ночь, ждать до утра. Собери третью данью паромной переплавы. Так, ребят, у нас переправы. У нас есть что-то? Да, есть сила. Прочность. Вы же станут крепче и можете выдержать больше урона. Вот эти... О, вот это реально нужно. Это реально нужно. Фу, у нас ни хрена нету, не вылечится. Ни хрена тупо нету. А как, где нам вообще что-то... Нам далеко вообще бежать? Охренеть. Далеко, если честно. Ладно, побежали. А может мы тут попробуем найти какую-то аптечку или хотя бы отхилиться как-то? Потому что это вообще, ребята, у нас, смотри, сколько жизни. А если кто-то еще на нас нападет, то это вообще жопа. Так, есть тут что-то. В принципе, игра на этом и сделана, что нужно лутать, нужно ходить. О, металлические детали. Это нам и нужно. Класс. Так, а мы можем вообще это... Или, в принципе, нам пока что это не нужно. А вот это... Это тут не хватает. Ребят, нужно лутаться. Нужно очень лутаться. Я просто, знаете, сначала даже как-то об этом не думал. Но спустя там несколько раз, пока нас убили, или почти убили, потому что у нас не хватает ни ресурсов, чтобы отремонтировать, ни... В принципе, не хватает. Ни хрена не хватает, чтобы отремонтировать. Ух, ни хрена себе. Это уже реально жопа. Нужно вот это все искать. О, мы даже вот это... Ух! Еда, 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 еда. Мы можем отхилиться. А это можно взять? Аптечка! О, ребят, мы нашли аптечку. Если что, хватит. Ну, не хватит, а на потом будет как бы. На крайний случай. Хотя, в принципе, смотрите, мы и так уже почти мертвые. Поэтому куда еще крайний случай? Так, сюда мы не можем. О, зато мы уже тут.
Привет. А куда нам идти? Нам нет, нам не внутрь. Нам сюда, да? I'm here to make a pickup for Rise. Back already? We just paid off, you bloodsuckers. Don't shoot the messenger. I'm just trying to get by like everybody else. Yeah? So are we. Rise said he'd protect us if we paid him. But so far, all he's done is take our money. There's no protection, just threats. You any different? Look, all I want to do is get this over with. What's it gonna take, huh? Don't need to point out how easy it would be to set this entire place on fire. Jesus Christ. You people are fucking monsters. All my money's in that satchel. Take it and get the fuck out. Hey, for what it's worth, this isn't something I want to do. I'd rather be helping you guys. And yet you're still doing it, aren't you? В принципе, да, но выбора как-то, знаете, тоже нету. Так, ладно, заберите пакет. Okay, Kareem, I made the collection at the ferry station, and I'm pretty sure I'm going to hell. Join the club. Now, come back and claim your prize. Good job today. Ну, это бы не помешало. Так, ладно, починить. Что мы можем? Ограниченное по времени приложение. Добавляет удар. А как нам это сделать? А, это у него можно купить, да? Повышение уровня. Ладно, продать. Что мы можем продать? Это продадим. Простая труба. Это электричество. Французский ключ. Это ржавый тростниковый нож. Простая труба. Продадим, продадим. Сюрикен у нас есть. Так, ладно. Это как? Требуемый предмет там. А чуть-чуть. А что мы можем? Мы это купили, да? Продать мы все вроде продали. А купить мы можем аптечки. Вот, марля. Жестянка сил. Сюрикен. Аптечка. Количество. Купить все. Алкоголь, отмычка. А что нам бы еще нужно? Рючежи. Да, в принципе, я не знаю, нужно ли нам это или нет. Нам бы металлические вот эти хрени нужны. Это было бы вообще круто, ну да ладно. У нас есть зато аптечки. Давайте сразу же отхилимся на всякий случай. Ху, класс. У нас 125 жизней уже, ребята. Так, ладно. Нам возвращаться, отнесите деньги в штаб. Нам... Сейчас, убрать точку. Нам нужно сюда. А мы находимся вот тут. А мы не можем быстро передвигаться. Это так долго нам еще бежать нужно. Вот это реально не... зайти внутрь, отнесите деньги, безопасная зона. Это просто не продумали. Нам очень далеко бежать нужно. Ладно, побежали. Надеюсь, хотя бы мы туда успеем к ночи. Потому что туда реально долго бежать. Если мы туда к ночи не успеем, то это жопа, если честно. Hey, what's wrong? Someone's turned on the 18th floor. Обратился. We're doing our best to contain the situation, but we can't sugarcoat this, Crane. We need Anderson right fucking now. Rise has promised me 2 crates, Brecken. 2 crates. I'm doing this shit as fast as I can, I swear. Just hurry, please. Ну, чувак, я делаю все, что я могу, но сам понимаешь. Нам опять нужно через вот это проходить, как я понял, через туннель, да? Ну, в принципе, мы оттуда пришли, поэтому нужно так же возвращаться. Фух, ну побежали, ребят, нужно успеть к ночи. 100%. Взрыватель? О, взорвался. Или нет? А куда нам бежать, нахрен? Ух ты, сволот, а. Вот это реально долго. Плювальщики, хренальщики всякие. Хрен убежишь, хрен еще что-то. Уже аптечку потратили. Ну вот это, за это эта игра и классная своей атмосферой. Тут, знаете, есть такая атмосфера. То есть ты чувствуешь, если ты к ночи не успеешь, это жопа. И поэтому ты пытаешься сделать все как можно быстрее к ночи. Потому что если не успеешь, ночью нужно тебе будет еще в миллион раз сложнее добираться туда. А что самое главное, вот эти еще скалы, я не знаю, как вообще нам пробираться. Тут можно пройти. Во.
Ух, ребята, смотрите, как я его взорвал. Это просто его взрывать. Если он бежит, смотрите, что нам нужно. Сюрикен. Просто кидаешь в него, да и все. И он взрывается. Вот это класс. Нужно будет запомнить. Пожалуйста, дайте нам что-то. Ладно. Оу, охренеть. А там есть что-то? Ух, башку мы еще не отрубали. Найдите пропавших. Договор с Раисом. Ага. Kareem, I think I found your lost patrol. Don't damage them. They're worth more than all those dead assholes put together. А как мне его убить нахрен? Если он с пушкой. А если мы его убьем, то мы сможем его пушку взять. Not yet, wait a sec. Что за хрень, а? Откуда? Ага, вот. Okay, got it. Good. Bring it back to me right away. You're going to be a hero around here. Дайте нам пробежать, идите нафиг. Come over here. I'm on the antenna. Do you see me? Нет, чувак, я тебя не вижу. I'm up here. I need your help. Кто? Да похрен, то есть, знаете, сейчас как-то... Скоро ночь? Ну как скоро? I think it's safe to say that Rice isn't the most popular person in town, huh? No, but he is the most feared. And you know the old saying? It is better to be feared than loved, if one cannot be both. I'm Machiavelli. А там, видите, за нами даже ночью кто-то гонится, нахрен. Твою мать! Да сдохни ты! Твою мать! Это, знаете, то есть даже ночью, даже днем есть какие-то вот такие не очень хорошие люди. Чё это за звуки? Ладно. Орешки. О, орешки нам нужны. У нас покоцал немного. Чё это? Марля? Марля нам тоже нужна. Ух, это я случайно. Так, тут ничего, ничего. Ничего? А это что? Аэрозоль. Ну, какие-то новые, видите, вещи. Это закрыто, да? Взлом, трудно. Ну, реально трудно. Уу! Иди ты нафиг. Я парюсь там, а ты меня пинаешь. Побежали, ребята. Дальше нам еще, в принципе, далеко бежать, как я понял. Не будем еще вот это все расчистивать. То есть побежали. Сначала нужно добраться до места задания. Побежали лучше, ребята. Не хочу я сталкиваться с ними. Дроп. Дроп — это хорошо. Кто там внутри? Открываем быстро. Я еще не находил дроп, в принципе, как дополнительное какое-то. Ракеты. Такое я еще не находил. Ну, в смысле, чтобы он так сам по себе, знаете, выпал. Аптечки, мы нашли аптечки. Смотри, что ты. Watch out. Infected inside. Сейчас кто-то вырвется. Идем мы нафиг, ребята, отсюда. Опа. Тут все можно лутать, мне так кажется. Ну, не все, прям все, знаете, но что-то можно. В принципе, больше ничего там такого нету. Побежали. Бабло тоже ценное, то есть можно покупать всякие вещи. Побежали, ребят, дальше. Хотя, в принципе, мы уже тут, да? Оу. Забирайся быстро, быстро, чтобы нас... Во, отлично. Фу, а дальше куда? Ага, то есть мы тут даже пробежать можем. Че я... Фу-х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 у. А, тут, видите, тут еще есть. Опа. Класс, пробрались. Так, все, ребята, мы тут.
Даже к ночи успели. Right, here are the blueprints. Excellent. You're a lot more dependable than most of these drunks. Rise is waiting for you. Maybe we can work together again sometime. God, I hope not. Так, нам нужно внутрь, да? А сейчас он нас предаст или что? Understand? I give you shelter, I give you bread, women, bullets, and you cannot even complete a simple task. Опа, сейчас он нас предаст, мне так кажется. Или нет? Ah, the tower lackey returns. Do you have something for me, friend? Yes, I do. Now it's time for you to give me what you promised. Two crates of Andazin. I think not. Вот ты паскуда, а? Your loyalty to the tower is nothing but blind obedience, Crane. A coward's submission to false hierarchies. You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine. Like a good little dog. Look, we had a deal. Your people need the Andazin. Now, more than ever, I would surmise. But a man who follows someone else's rules is no man at all. Here, I will allow you this much. You promised me two crates of it. This is only five vials. Ух ты. If you want more, I present you with an opportunity. The athlete, the scorpion, Jade Aldemir, she's one of your number. Bring her to me. I have an arena where men fight for our amusement. I would have this scorpion fight for us. I'm curious how long it will take for someone of her caliber to break. What? No, now forget it, I'm not doing it. I hear no true conviction in your voice, Crane. You have not yet made your choice, I can tell. Will you be a dog and save the dwellers of the tower? Or will you be a man and save the maiden? Go and think about it. Вот зараза. Ну, уровень меня пнули, да? Ah, shit. А, не. Ща. Мы можем туда пойти, да? Далеко ли нам идти? А, ага, вот сюда нам нужно, да, как я понял? А чё мы можем апнуть? Вот, выживаемость. Мастер-упаковщик, научитесь использовать пространство в рюкзаке. Ага, ну, в принципе, можно. Просто больше места в рюкзаке, что, в принципе, очень классно, мы же сможем собирать больше вещей. Так. Crane here. Report. Look, I'm no longer cooperating with Rise. He wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him so he can make her fight in his pit. Yes, and? Was that it? What do you mean, was that it? I'm not a fucking human trafficker. You seem to have forgotten how much is riding on this file, Crane. If Rise wants one girl, then you sit, паскуда, нахрен, и командуешь, а он должен все делать, да, и... А ты еще довольна всем. What the fuck kind of humanitarian outfit are you guys? And for that matter, if this project file can save the world, why keep it a fucking secret? We're not paying you to be insubordinate, Crane. Get this done. Чё-то мне не нравится вот после fuck этого... Fuck you, asshole. После вот этого разговора, чё-то не кажется, ли они нас предадут или ещё что-то. Ну смотрите, то есть тут людей убивают, вот это всё делают, знаете, а ей интересно Heads только up, то... We just lost gas at the tower, and as far as I can tell, the whole city has too. Any guess what happened? None. And our gas man, Jeff, quit on us last week. He's kind of irreplaceable. Maybe I can track him down. Maybe, definitely, and get on it fast. Thank you. Word is he's built up his own little fortress somewhere behind the train station. То есть, знаете, им всем похрен на это. Зачем спасать людей, зачем... То есть, смотрите, они делают все. То есть, мы можем убивать кого угодно, мы можем делать что угодно, только для того, чтобы получить какой-то файл, который может остановить вот эту всю инфекцию, которая может, ну, в смысле, превратить то, чтобы появлялись зомби. И для этого мы можем убить... Мы не можем даже, а мы должны убивать всех людей для того, чтобы
получить какой-то файл, который, в принципе, еще даже неизвестно, где он и как нам его получить. Я даже не знаю, ребята. Тут мне кажется, что или они работают вместе, или еще что-то. Ну, хрен его знает, честно. Я не буду угадывать, я не знаю историю, то есть... Мы же еще только, можно сказать, проходим, то есть, конечно, кто-то уже мог увидеть спойлеры, еще что-то, но я, в принципе, не смотрел саму суть истории. Брекен, do you copy? Shit. Jade, this is Crane. Do you copy? Crane, how much antacid did you get? Listen, там очень много. Rice wanted me to. He's... Look, he screwed us, okay? I only got 5 vials. What? Damn it! That's only a few days worth. Listen, Crane, we've got a situation here. Опа, смотрите, ребята. There's been an outbreak on the 18th floor. Get back here ASAP. Так, да подними ты. Так, ща, что тут еще у нас есть? Ага, открыли. Пожалуйста, нам нужны металлические детали, это классно. Ух, ни хрена себе. Короткий рыбацкий нож, сигареты. Сможем мы сделать этот прыжок? О. Опа. Ну ладно, это, в принципе, мы бы смогли сделать, но мы не попали. Так, ребят, побежи. А куда нам нужно? Отнесите антизин в башню. А там, видите, у нас есть еще какое-то дополнительное задание. Доставьте набор помощи при ЧС кладовщику. То есть вот эту хрень, которую мы нашли в контейнерах, да, это тоже как бы дополнительное задание. Мы можем вот это взять и кому-то доставить, нам что-то как бы дополнительное дадут, да? Мы можем тут что-то купить. А, это ему! Ну, нифига себе, как совпало, классно. Еще и уровень, еще и опыт подняли, еще и вообще все классное. А смотри, что он нам дает. Это, походу, бесплатное. Это он нам бесплатно дает за то, что мы ему доставили, да? Ух, вот это реально класс. Ребят, я даже не знал. А что у нас есть? Так, это мы еще не можем. Чертежи. Ключевой поцелуй. Это мы можем скрафтить. Мы много уже чего можем скрафтить. Ну да ладно. А тут дополнительное задание, видите? Вот то, помните задание День матери, которое я, в принципе, еще не захотел проходить, но да ладно. То есть мы сначала сюжетку проходим. Give it to me. So what happened? One person turned and had a couple of other people trapped. We could have sealed off that one apartment, but Brecken wanted to save as many lives as possible. It went bad. Somebody had to make the call, and now we've lost the entire floor, including a couple of kids. You'd better talk to Brecken. I have to get these meds to Lena. А вот торговец, вот перед нами. Сейчас. Ага, продать. Мы можем что-то продавать. И тут, в принципе. Простая труба. Это у нас электрическое. Электричество. Армейская лопата. Тогда давайте нафиг вот это продадим. Нашу хрень вот эту. Рыбацкий нож. Трубу обычную. Ракета. Взрыв пакета. Тогда давайте, ребята, раз мы вот это все продали, мы можем себе что-то скрафтить. Только я не знаю, какой тут урон нормальный будет. Ну давайте. Класс. Я не знаю, пока же не будем вот это улучшать, потому что я не знаю, что с этого получится. Так, ладно. Ух, ни хрена себе. This is where we get the announcements about the antacid drops. And they've just stopped. There were cases! I froze. Lena had to step up. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. Wait, so all the free running. Wait, that was you? Brecken, you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in Haran? Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting.
Listen. I'm gonna talk to Rice myself. Whoa. Hang on a minute. Reckon these people still need you. Okay, just give me some time, all right? There's gotta be another way. A better way. Fine. I'll wait. But not for long. Ладно. Куда нам? Finally, I get to do some actual good. Фух. Найдите уединенное место на крыше и свяжитесь. Ага, нам еще выше. Уединенное, да, место? Raheem? Raheem, what are you doing up here? Hey, Crane. Ты бухой, чувак? Can I trust you? How much you had to drink, kid? Can I or not? Yeah. What's up? See that skyscraper? Scout from the volatile nest in there. We take that out, and then running missions at night, we could totally do that. Гнездо вот тех ночных тварей. Some explosives. Oh, Jesus, Raheem, you're not still on that. Crane, we have to do this. As long as that nest is there, we'll never be able to gather up enough antis, it would work. Я бы с удовольствием, если честно. Чтобы ночью спокойно бегать. Shit, oh my... Don't drop me! Don't drop me! Oh, fuck. See? Told you we make a good team. Чувак, ты сейчас опять упадешь. Look, Raheem, we don't have any explosives. I mean, none. The closest thing to what you're talking about are Spike's firecrackers. That's impossible. You don't know what it's like. All I can do is watch. Sit on my ass and watch everything happen and do nothing. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. If I go out, I'd rather go out doing something. What's this? I was set to fly out on Sunday. They quarantined us on Thursday. I already had my bags packed. I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen. Whatever. В принципе, я бы, если сейчас с удовольствием взорвать вот эту хрень нахрен и больше не париться то, что ночью будет страшно. Если бы, конечно, это было реально. Еще ниже. Куда ниже? А, выше нахрен. Просто так показывает. Как-то я не понял. То есть еще выше. Вот туда нам нужно, походу. Фу. Во, норм. This is Crane, do you copy? What do you want, Crane? I want you to start the antizen drops again, at least near the tower. These people need help. We put you in Haran to find our file, not to play Mother Teresa. Or does this mean you've reconsidered Rice's proposal? Perhaps Miss Aldemir would even be willing to cooperate, test her skills in a new environment. You start giving us some antizen and then we'll talk about what Rice wants. Oh, it's us now, is it? Well, I'm afraid your request is out of the question in any case. Вот зараза, а. Things have gotten a bit strained with the Ministry. Resuming the airdrops would not be politically advantageous at the moment. You assholes take the fucking cake, you know that? You and your fucking file. Look, I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. Зараза, а. Так, все? Куда нам... Точнее, куда мы еще можем? Crane, this is Jade. Do you copy? Loud and clear, what can I do for you? I don't know how much time we have, so the short version. I need your help. Rice has turned an abandoned school into a supply dump. And I think it may be where he's storing his antizen. If you and I sneak in there, we could get all the meds the tower needs. Are you with me? Yeah, I'm with you. Great. Look for me in one of the boxcars on the train trestle near the school. Okay. And listen, Jade. If we don't find that antizen, I'll need to talk to you about something. About what? Another option, but we'll cross that bridge when we come to it. Right now, let's see what we can find in that school.
Ху, ребята, давайте на этом закончим, на этом моменте прям. В принципе, я надеюсь, что вам нравится вот это прохождение, я также надеюсь, что вы дальше будете смотреть, как мы проходим вот эту игру. В принципе, до сих пор она, если честно, еще не разочаровала, я надеюсь, что не разочарует, потому что она, в принципе, если честно, очень такая даже классная, да? О, чувак, привет. Крутой такой. Ну ладно, ребят, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.